Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также странички в Facebook, где ссылочка в описании. У нас сегодня, к вашему вниманию, есть боны, есть монетки. Монетки разных стран. Так что, усаживайтесь поудобнее и смотрите дальше. Все монетки, которые здесь и боны представлены, будут продаваться в группе в Facebook. Ссылочка в описании. Или можете здесь написать комментарий, если вас что-то интересует. Может быть, что-нибудь продан. Для покупки достаточно поставить плюсики, монетка будет ваша. И начнем наш обзорчик. У нас сегодня к вашему вниманию. Одна, вторая, новая пенни 71 года страны Гернси. Такая вот страна. Первый раз, честно говоря, я ее слышу. Материал монеты бронза. Гернсийский фунт. Так, гурт у нас гладенький. Здесь вот такое вот у нас красивое изображение и красивое, что самое интересное, такая вот надпись у нас. Что-то у нас фокус сегодня не хочет. Такая вот прекрасненькая монеточка. Кому интересно, ссылочка в описании. Переходим к заказу. Следующая наша монетка, это у нас тоже монетка Гернси. Одна новая пенни, 71 год. С изображением птички, гурт гладкий, материал бронза. Вот. Такая вот монетка. Самое интересное, мне нравится эта вот надпись. И изображение львов. Очень интересненькая, прикольненькая монетка. Кому интересно, по ссылочке можно будет перейти и заказать. Следующая наша монетка. Также у нас из бронзы, но уже Ирландия. Один пенни, 80-й год. Вот такая вот изображение птицы красивая, гурт гладкий. Вот здесь у нас изображение арфы. Данная монетка уже не чеканится, у нас в Ирландии уже ходят евро. Так что уже имеет какой-то коллекционный интерес. Следующая наша монетка, это у нас монетка Ирландии, 2 пенни, 85-й год. Вот так же само гурт гладкий, материал бронза. Здесь вот изображение птицы или, наверное, или какой-то... Наверное, больше всего что-то птицы. Вот здесь у нас арфа. Такая вот интересненькая монетка, кому интересно. По ссылочке переходим и можем заказать. Следующая у нас монетка. Это у нас уже монета Швейцарии. Один Рапен 1974 года. Здесь один вот и колос. Гурт у нас гладкий. Материал бронза. Здесь у нас такое изображение. Следующая у нас монетка тоже Швейцарии. Это у нас два Рапена 1963 года. Также самый колосок изображение, буква Б. Вот здесь говорится герб Швейцарии. И такая вот, еще одна такая вот интересная монетка. 5 рапин 1949 уже года. Такая вот у нас венок. Внутри пятерочка, гурт гладкий. Материал мидный никелевый сплав. 49 год. Год довольно-таки уже старый. Вот такая вот красивая монетка. Кому интересно, переходим по ссылочке. Заказываем. Следующая наша монеточка. Это у нас монеточка уже Исландии. 10 крон 94 года. Изображением такой вот рыбы. Мидный никелевый склад. Сплав. Гурт у нас ребристый. Тут у нас крона. Исландия 94 год. Такая вот симпатичная монетка. Кому интересно, переходим, заказываем. Следующая наша монетка уже с алюминия. Тоже Исландия. 10 эйре. Такая ребристый. Материал алюминь. 71 год. Республика Исландия. Так, следующие у нас монетки. Это у нас монетки из... Португалии, 20 эскуда, 86 год, Португалия, Республика Португалия, герб, гурт у нас крупно-ребристый, материал мидный никелевый сплав, такое вот у нас изображение на гаверсе. Следующая у нас португальская монетка, это у нас 100 эскуда, 91 год.
Такая вот интересненькая монеточка. Ребристый, гурт у нас ребристый с гладкими деляночками. Так, биметал центр, алюминий, бронза, кольце мидный никелевый. Такая вот красивая монетка. Кого интересует, куча всяких надписей. Кого интересует, заходим по ссылочке. Вот. И можем себе заполучить коллекцию. Следующая наша монетка. Это у нас 2,5 эскуда 83 года. Гурт ребристый. Здесь с изображением корабля. Такая вот симпатичная монетка. Республика Португалия. Кому нужно, переходим, заказываем. И на последнее у нас такая, мне как бы для меня самая большая нравится. Это у нас монетка Гватемала. 25 центава 93 года. Такая вот изображением девушки. Такая вот симпатичная монетка. Гурт у нас с надписью Гватемала. Такая вот симпатичная монетка. Надпись на гурте у нас Республика де Гватемала С.А. Мидный никелевый сплав. И такой у нас аверс монеты. Республика де Гватемала. Такая вот симпатичная, как на мой взгляд, такие вот ружья перекрещенные, такие вот классная монеточка, кому нужно. Ссылочка в описании, можно будет зайти. Так, и по бонам. Следующий у нас по бонам, по монеткам на все на сегодня. Это у нас благотворительный билет 1988 года. 3 рубля СССР. Такая вот прикольненькая бона. Прекрасном состоянии. Ну, как бы она не бона, конечно. Ну, такой вот билет интересный, благотворительный. Вот. Советских детей. Фонд имени В.И. Ленина. Такая вот интересненькая бона. Вот. Кому интересно, есть номер. Кому интересно, можете себе заказать. Следующий у нас бона, это у нас уже Югославия. Югославия 1000 динар. Югославия 81 год. Монетка такая, ой, бона такая потрепанная. Более, ну, в таком неплохом состоянии. Ссылочка в описании. Кто хочет себе в коллекцию, может заказать у меня. Вот. Отправлю вам по новой по почте, по Укрпочте. Вот. Следующая наша бона, это у нас бона с Вьетнама. В отличнейшем состоянии. 500 донг, Вьетнам, 88 год. Здесь вот. Монетка. Бона, такие вот края все ровненькие, не загнутые. Оригинальная бона. Не копия, ничего. Вот такими вот красивыми изображениями кораблей, порта. Симпатичненькая бона. Кому интересно, ссылочка в описании. Можно будет зайти, заказать себе в коллекцию. И последняя бона на сегодня. Это у нас 10 рупий. Это у нас индийская бона. 2010 года, по-моему, если не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, не буду говорить точно. Вот такая вот бона, тоже с обихода, видно, трошки помятая, но краи целенькие. Сама она целая, оригинальная, вот водяной знак. Вот, ихнего. Ганди. Вот, такая вот интересненькая бона. Кому интересно, переходим по ссылочке, заказываем. Здесь изображение такой вот льва, ой, тигра, слона, носорога. Ну, симпатичная бона, не умеют они индийцы изображать там все красивенько, все делать. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наш видосик. Кто не подписался, подписываем. Не забываем перейти по ссылочке в мою группу, где будут продаваться монетки, где уже продается много монеток, видео можно посмотреть, перед этим есть. Вот, ну что ж, всем пока, до новых встреч и всем счастливо.